Приветствую вас, уважаемые друзья, коллеги по хобби. Сегодня продолжим работать с автомобилем Тайфун. И в данном видео нанесем смывку и масляные точки. Смывку буду наносить темную от фирмы АК Интерактив. Также нам понадобятся ватные палочки, чтобы убирать излишки, тонкая кисть и салфетки. А для нанесения масляных точек мы будем использовать набор с масляной краской. Процесс не тяжелый. Тонкой кисточкой сначала смывку наносим везде по расшивке, в углубления, петли, на болтики, чтобы более выразительно было все на модели. Перед тем, как начинаем наносить смывку, хорошо ее перемешиваем и желательно налить куда-то в отдельную емкость, чтобы вам потом кистью можно было размешивать пигмент оседающий. И вот такими вот мелкими тычками наносим смывку на модель. Кто-то смывкой заливает модель, потом палочками лишнее стирает. Ну, мне лично нравится наносить смывку более аккуратно. Пусть это дольше занимает по времени. Ну, так потом меньше убирать излишки. Друзья, переходим в ускоренный режим съемки. We'll be right back.
нанес полностью смывку на модель. Теперь дам просохнуть около 3-4 часов. И излишки смывки буду убирать ватной палочкой. Примерно вот так. Так вот пройдусь по всей модели. И после этого задую полуматовым лаком от фирмы Tamiya. А после того, как полуматовый лак просохнет, где-то буду ждать около 12 часов, буду наносить на модель масляные точки. Как буду наносить масляные точки, смотрите в видео. Пока уходим на паузу. Сделал смывку. Дал ей хорошо просохнуть. После того, как удалил лишнюю смывку, поверху задул полуматовый лак от фирмы Tamiya X35. Неплохо получилась смывка. Мне, в принципе, все нравится, все устраивает. Будут вставочки с фотографиями до смывки, после смывки. И также постараюсь сделать фотографии до масляных точек и после масляных точек, чтобы был заметен эффект. Теперь начнем делать масляные точки. Масляные точки буду делать краской Sonet. Использовать буду два цвета, белый и коричневый. И после этого растирать их White Spirit'ом.
друзья, закончил делать масляные точки. Модель немножко подсохла, еще не до конца. Не знаю, если на видео, может, будет плохо видно. На фотографиях будет видно получше. Масляные точки делаются для того, чтобы показать воздействие погодных условий на автомобиль. Теперь дам модели хорошенько просохнуть, залакирую матовым лаком и на матовый лак уже буду наносить пигмент и, может, какие-нибудь фирменную химию АТК Интерактив или Атама Миг, потеки дождя, потеки масла. Посмотрю, как что будет получаться. Но это уже будет в следующем видео. На этом буду заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. Оставайтесь на канале.